Межмуниципальное управление МВД России Одинцовская несколько последних лет работает в напряженной оперативной обстановке. Наш район один из самых больших и густонаселенных в Московской области. Оживленные транспортные потоки, десятки тысяч приезжих, близость к крупнейшему мегаполису – все это осложняет работу правоохранительных органов. Тем не менее, Одинцовское управление полиции стабильно входит в число лучших в регионе. За счетный период текущего года дежурной части управления поступило 41 382 сообщения, что на 25% больше аналогичный период прошлого года. Для сравнения, их было в прошлом году 31 тысяча. Существенное увеличение количества регистраций свидетельствует о результативной и проводимой работе по укреплению учета регистрационной дисциплины в нашем районе. И этому показателю мы прирастаем из года в год. Из общего количества регистраций по КУСП 2374 сообщения оказалось о преступлениях. Число зарегистрированных преступлений снизилось на 13,5%, но осталось одним из самых высоких в области. Как положительный момент можно рассматривать уменьшение на 17% количества тяжких и особо тяжких преступлений – с 816 до 680 случаев. Снижение, в свою очередь, произошло за счет умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлечь смерть человека на 81%, разбоя на 48%, грабежи на 42%, общее количество краж на 17%. Кражи из квартир на 2%, кражи из дачных домов на 24%. Сокращение количества краж транспортных средств произошло на 21%. Раскрываемость преступлений по сравнению с прошлым годом повысилась, вплотную приблизившись к 63%. Одинцовскими полицейскими было раскрыто 100% таких резонансных преступлений, как убийство и изнасилование. Пресечена деятельность 8 устойчивых преступных групп, в том числе этнических. Выросло число раскрытых экономических преступлений. Вместе с тем речь на совещании шла не только об успехах. За нарушение учета регистрационной дисциплины к ответственности привлечено 54 сотрудника нашего управления, в том числе 7 руководителей. 118 сотрудников рассмотрены комиссией по соблюдению учета регистрационной дисциплины. Руководителям служб подразделения нашего управления необходимо взять под личный контроль сроки рассмотрения материалов, а также полноту проведения и выполнения всех указаний Одинцовской городской прокуратуры и недопущения подобной волокиты впредь. В ходе совещания с сотрудниками управления пообщались представители районной администрации, прокуратуры и общественного совета. Полицейским, показавшим лучшие результаты служебной деятельности, вручили грамоты и благодарственные письма. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».